Ну, хороший матч был. Недоволен игрой своей команды. Вот. Какие-то две стандартные ситуации использовал Витебск. Еще раз говорю, у нас в центре играют два парня молодые очень, поэтому бывает иногда играют с перепадами. Ну, я вам так скажу, что мою бытность тренером Нафтана лучше. Так не судил пьяный Шморик, поэтому тяжело, конечно, когда команда атакует и посадить все на свистки. Поэтому, конечно. А так претензий нет, я думаю, мы было бы обидно. Обидно нам играть ничего по такой игре. Поэтому, ну, что сделаешь, это футбол. Пусть будет так. Матч действительно получился очень высоковольтным по напряжению. И, естественно, что с точки зрения стратегии турнирной разыгрывалось практически 6 очков. К сожалению, глубоко озеро под названием «Психология». Если команды начали очень осторожно, так скажем, уважают друг друга, ну, не зря Неон сейчас находится на высоком 4-м месте. За первую же позиционную ошибку нас наказали. Тут вдруг оказалось, что мы можем играть в футбол вдруг. И концовка первого тайма была очень хорошая, приятная по игре нашей команды. Ну, а во втором, сколько я там раздевалки не рассказывал, там плакаты не писал, что надо продолжать в том же духе. Вышли и подсознательно сели к своим воротам, попятились, отдали инициативу. Самое неприятное при этом, на мой взгляд, не то, что мы играли на своей половине. Самое неприятное, что у нас абсолютно перестала получаться контр-игра. Впереди мяч не цеплялся, полузащитники плохо открывались. И из-за этого, в общем-то, мы провели, скажем так, больше обороняясь в напряжении почти весь второй тайм. Ну и, соответственно, где-то под этим напряжением опять ошиблись, и, естественно, соперник нас наказал. Еще, наверное, могу сказать одно, что замены у соперника, направленные на усиление атакующей мощи, они были более конструктивные, хотя мы тоже меняли игроков атакующего плана, то есть стремились играть вверх, но наши замены сегодня абсолютно не сыграли. К сожалению, я повторюсь, никакой контр-игры мы во втором тайме не предложили, поэтому, в общем-то, на мой взгляд, ничья — справедливый результат. На сегодняшний день, ну, команды приблизительно равны. Что там произошло в конце за скандальчик произошло? Знаете, какая ситуация. Все-таки есть какой-то накал эмоций, накал каких-то вещей. Ну, если человек не уважает себя, он что, показал свою принципиальность на 93-й минуте? Ну, покажи ее на 70-й, на 60-й. То есть он трусы просто по натуре трусы. Взял, но уже матч закончился. Он показал, что ну, ты отсадил бы лучше, он взял меня, удалил на 94-й минуте. Удали на 50-й, на 60-й, это будет как-то меняемо разбираться. Это, знаете, если, так сказать, не буду плохое слово говорить, но это жизнь. Поэтому я не оправдываю здесь. Как есть преступление, есть наказание, поэтому все пусть останется на совести арбитра, а мы все, что будем отвечать за то, что в некоторой степени повели себя неправильно. Спасибо. Еще вопрос. Игорь Николаевич, кого вы больше всего опасались в команде Витебска? И вот все-таки сыграл Ледвесма, там забил Гергеевич, то есть сыграли стандарты. Их опасались. Во-первых, и Витебск играет комбинационный футбол, контролирует мяч, соответствует, как бы. Об этом говорит статистика, она у нас примерно равна по всем показателям. По 19 играх мы анализировали, даже может быть у Витебска в контроле мяча какое-то предпочтение. Команда играет в хороший футбол и, в принципе, при любых обстоятельствах не пуляет мяч, не сбивается, старается как бы
Играет команда в приятный футбол, имеет такого мастера, как Ледес, но, конечно, опасные были штрафные, он доказал это в игре. Ну, мастер в исполнении штрафных, может, там, ты лучше разберешься в кондиции, может, у него не те, но то, что он игрок высокого уровня для чемпионата Беларуси, это совершенно точно. Ну, и Бергейчик, в общем-то, знаем его сильные стороны, и что он может сыграть головой. Вот, поэтому того и опасались Ледес, но и Бергейчик, они забили. Ну, мой последний вопрос. Каковы планы Неумана? Все-таки есть как бы там принцип ворваться в стройку или это уже нереально? Строить какие-то долгосрочные планы, вот, надо создать команду. Пока команда в стадии созидания, вот, мне довелось работать продолжительное время, на 6 лет в Новополоске. Конечно, есть разные вещи, когда ты за год и дочь не построишь. У нас планы выйти и обыграть Днепр, стараться в следующей игре. И если, как я не знаю, какая ситуация будет к концу сезона, если, в принципе, мы оценим, наверное, руководство на работу, как оно будет двигаться дальше, задача, в общем, сохранить 80% этого состава на базе вот той команды, которая есть, в принципе, строить дальнейший какой-то меняемый коллектив, что у нас помаленьку, потихоньку получается. Если у нас в линии обороны и полузащиты есть определенная стабильность, то, прямо скажем, линия атаки не всегда устраивает меня. Но тут дело еще даже не в том, что устраивает, не устраивает, а в том, что на эти позиции у нас, скажем так, на три позиции атакующих у нас 6 равнозначных футболистов. И из-за этого какие-то приходится решать моменты в плане стартового состава. Кто лучше сегодня выглядит, кто лучше сыграл, то есть очень много нюансов, плюс соперник, опять же, сегодня, скажем так, я сделал выбор в сторону Бергейчика вместо Волкова, хотя Волков тоже опытный и квалифицированный нападающий. Ну вот, как бы сыграл этот момент. То есть все, в общем-то, зависит от соперника, формы и вот... В плане конкуренции из-за этого происходят некоторые подвижки.